BMW M3 первого поколения. Модель с индексом E30 является началом истории легендарного спорткара, а также самого успешного болида класса Туринг всех времен. А теперь вернемся на 3 недели назад и сделаем все, что нужно было сделать после первого этапа, а именно глобально сделать развал на передней оси, приварить резонатор какой-то, потому что было очень громко, и нарешать какую-то 15-ю резину полуслик. Вот в чем отличие форников на ШС-ах и стандартных. Вот стандартный, он резиновый, высокий такой вот, в нем ничего не регулируется. И этот подшипник новый, но он как бы имеет люфт. А ШС-ик, он по другому типу устроен. Шарнирное соединение расшифровывается, кстати. И вот опорник имеет такую вот конструкцию, что сам ШС в обойму входит, и сверху вот такой вот стулочкой он закручивается, подпирает, чтобы он не тарахтел. И вот так мы ставим и регулируем передний развал. Также вот этими вот другими дырками, то есть если мы поставим, получается, его не на этих шпильках, а на соседние поставим, то мы можем регулировать даже немного кастер и развал одновременно. Но нам кастер не нужен, поэтому ставим стандартной конфигурации и регулируем только развал. И вот так уже выглядит шестойка в сборе. 15 ВБС достались с резины, поэтому стандартную резину нужно было снять, а лучше всего это делать вот так. Кабули Федерал 15, стоим, ждем первой сессии. Саня что-то крутит. Так вот, это, кстати, моя бывшая 30-ка зеленая. Она уже на V8 в салоне, полностью пластмассовая. Короче, пацаны занялись нормально. Thank you.
ехал первую сессию, в принципе, нормально. Реверс ехал первый раз, 59 секунд. Дальше пошел дождь, короче, все очень плохо. Давайте еще вам информации расскажу. Значит, впереди выезжает у нас Величко Богдан из города Кременчуг на прямой 30. В Инстаграме можете его найти под ником Кабина Рейсинг. Это тот человек, который умудрился построить BMW светло-оранжевого цвета и продать его в Германию обратно. Таким экспортом занимается из Украины в Германию. Обратно им проходит. И вот в прошлый раз, на прошлый раз, судим этот песня, построил его ровно за месяц до этапа. Домой поедем на 16-х, на 15-х сильно низко, мы не доедем. Такая вот погода, третья сессия, по дождю вообще по жесткому. Но мне понравилось. Это так надо снимать. Вот такой вот дождевой этап. Последняя сессия была самая прикольная. Лил дождь, как из ведра. На бушником федерале все-таки мне понравилось. Была бы, конечно, еще дождевая резина крутая, можно было бы вообще ехать. Посмотрим время. Дорога домой, конечно, жесть, все запотело, ни хрена не видно.